Привет всем! Сегодня у нас 27 октября. В общем, у нас уже такая устаканилась погода минусовая. Уже ночами минус 6, минус 7, а днем где-то вот сейчас минус 2. В общем, чего захотелось? Захотелось, надо испечь булочек. В общем, давно чего-то не пекли. Совсем все времени нету. Сейчас вот появилось. Надо как бы приготовить. Тесто сейчас поставим и с чем будем готовить булочки. Смотрим здесь. Еще у нас залежался уже изюм. Надо уже прибирать изюм. Соответственно, есть чернослив. Можно с черносливом сделать. Повидло есть, наготовили. В общем, как говорится, чего душа хочет, с тем и наготовим. Сейчас надо будет все перебрать. Изюм перебрать. Все равно чернослив тоже, чтобы промыть все, подготовить. И будем, соответственно, потом уже печь булочки. Бегонии занесли домой. В общем, первое время они так красиво цвели, но сейчас уже тут остались там несколько цветочков. Вот он тут засох. В общем, ну и вот так вот стоят. Ну, как бы стоят неплохо. Я не знаю, в них должен где-то вот там образовываться клубень. И вообще они должны уходить в спячку. Как бы, ну, клубень образовался, и как-то вот это надземная масса, что ли, она отмирает или чего. Как-то так, в общем. Первый раз их выращиваем, поэтому не знаю. Ну что, котик, играешь здесь? Так вот. Листочки так в целом все хорошие. Стоят тут. Здесь некоторые подсыхают. Убирать надо будет. В общем, не знаю, как они будут зимовать, чего с ними. Где там что, какой клубень? Куда? Ну, пока вот так стоят. За окном вот снежок такой выпал, уже не тает. Кормушка еще старая висит, надо уже убирать все старенькое, новое готовить. Так вот, такая погодка. Котик наш спит, сейчас ленивый такой стал. Еще на ночь, правда, ходит погулять на луку, а так вот день спит. Рыжик. Ну вот надо заняться, перебрать изюм. Я люблю вот такой вот, который вот такой вот синенький, вот этот тут. Фиолетовый такой вот этот изюм. Он как бы послаще, что ли. И вот этот тоже светлый мне нравится. Вот этот как-то коричневый, я не так сильно люблю. Ну есть, надо вот этот прибрать и вот этот прибрать, в общем. Дрожжей вот купили. И чернослив. 48 рублей. Сколько здесь? 256 граммов. Чернослив надо будет тоже промыть, замочить, перебрать. В общем, займусь делами. Все перемываем. В общем, сперва перебираем, потом перемываем. Потому что все равно такое оно все грязноватое. Еще немножко кураги нашлось. Чернослив, курага. Раза на три сейчас перемою. И потом все равно так с водичкой оставим, чтобы он подразмяк. И потом надо еще его нарезать, конечно. И вот такой вот изюм. В общем, промытый, перебранный. Его слишком не стараюсь заливать, потому что иначе он начнет вот распадаться, такой будет как размазня. Чтобы он все равно был плотненький. Ну, мягкий и в меру плотный. Закончилась мука, вот пришлось еще за мукой сбегать. У нас 5 килограмм муки стоит 220 рублей. То есть получается где-то 44 рубля за килограмм. Такие вот цены. Так, вот сейчас у нас на улице. В общем, в видео у меня рецепт будет примерный, на глаз все. Кому нужен подробный рецепт, я оставлю ссылку в конечных заставках. Потому что рецепты на глаз, как оказывается, у некоторых вызывают какую-то неадекватную реакцию. Прямо они потом строчат комментарии такие. Так вот. Землянику в этом году не знаю, наверное, даже не буду прикрывать ничем. Снегом потом закидается и все. Потому что пока были в городе, выпал снег уже. Так вот. Ну так, вроде ничего. Здесь прикрыто будет
соответственно, ежевика, ну, земляничку вот так вот присыпала. Сейчас подтаяло немножко даже. В теплице вот все прибрано, готово к зиме. Так вот, земля перекопана. В центре это навоз не перепревший. Перегной потом в грядку заправится. Теплая. И вот так вот. Чистенько, в общем, хорошо. Ну и скоро надо будет пчел затаскивать. Когда побольше минус будет, надо будет все занести в пчельник. Тесто наше подошло. Сейчас надо немножко его подмять. И начинать вымешивать. Такие вот начинки. Смазали листики. И сейчас будем готовить булочки. Сейчас доставать наши булочки. Ну вот, следующую партию поставим. А смазывать сверху будем сливочным маслом. Получается очень вкусно. Следующие вот поставили. А эти вот такие вот румяные сейчас вот смажем маслом. Так прям куском помажем. И потом размажем. В общем, ароматные, вкусные булочки с изюмом. Ну, потом вот так вот кисточкой сейчас размажем все булочки и все. Где-то можно еще подбавить. Вот так вот такие вот получаются. Красивые, ароматные, вкусные булочки.